Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем с вами путешествие в удивительную страну звуков и букв – Звукляндию. Встретимся мы сегодня с интересным звуком, научимся его произносить и петь. Звуки бывают гласными и согласными. Согласные звуки бывают твердыми и мягкими. Чтобы продолжить наше путешествие, вам нужно отгадать загадки. Круглый-круглый, сладкий-сладкий, с полосатой кожей гладкой. А разрежешь, посмотри, красный-красный он внутри. Что это, ребята? Правильно, это арбуз. Давайте произнесем вместе. Арбуз. Замечательно. Стеклянный домик на окне, с прозрачной водой, с камнями и песком на дне. Что это, ребята? Подумайте хорошо. Совершенно верно. Это аквариум. Повторяйте за мной. Аквариум. Что за чудо длинный дом? Пассажиров много в нем. Носит обувь из резины и питается бензином. Что это? Это автобус. Молодцы. Давайте повторим вместе. Автобус. А теперь произнесем все слова. Арбуз, аквариум, автобус. Подумайте, какой звук слышится первым во всех этих словах. Совершенно верно. Это звук А. Давайте его пропоем. Молодцы. Здорово. А теперь подумаем, звук А – это гласный или согласный звук? Правильно, звук А – гласный, он поется и тянется. Пропойте его еще раз. Как же выглядит буква А? Вот два столбика наискосок, а между ними поясок. Эту букву знаешь? А? Перед тобою буква А. А сейчас я предлагаю вам поиграть. Если услышите в слове звук «а», хлопайте в ладоши. Кукла. Машина. Медвежонок. Робот. Коляска. Кубики. Здорово! Вы такие молодцы! Следующее задание будет такое. Назовите лишнее слово и объясните, почему оно лишнее. Повторяйте за мной. Ананас, зонт, абрикос, аист. Молодцы, ребята! Слово «зонт» лишнее. В нем нет звука «а». А сейчас самостоятельно придумайте слова со звуком «а». А теперь возьмите в руки карандаш и выполните штриховку буквы «а». Будьте внимательны и старайтесь. Молодцы, ребята! Спасибо за интересное путешествие. До новых встреч!